Здравствуйте! Мы с большим удовольствием приветствуем вас из кузбасского города-музея под открытым небом Мариинска. В этом году наш город отмечает 300 лет. Мариинск рос и развивался, опережая другие города Кузбасса благодаря деятельности и капиталам местных купцов. В 19 веке Мариинск приобрел славу торгового и купеческого города. Большинство лавок и магазинов было построено по улице Большая Московская, ныне улица Ленина. До наших дней стоят купеческие особняки в центральной части города. В этих домах купцы не только жили с семьями и вели торговлю, но и разместили новомодный кинематограф, устроили самую модную и удобную городскую баню, открыли и синагогу. Из промышленных предприятий в начале 20 века в Мариинске больше всего было заводов по изготовлению кирпича. Ведущим монополистом в данной отрасли был купец Чердынцев, возле дома которого мы сейчас с вами и находимся. Благодаря бурному развитию данной отрасли улочки Мариинска всего за несколько лет из деревянных превратились в кирпичные. А большинство домов в Мариинске было построено из местного мариинского кирпича. Перед нами дом купца Гуревича. Здание построено в конце 19 века. Старожилы вспоминают, что однажды купец Гуревич играл в карты 2 часа с купцом Миненко, который хорошо играл в карты. За эти 2 часа Гуревич проиграл 2-этажный дом с надворными постройками. В 1916 году купец Гуревич выделил из своих личных сбережений 15 тысяч. На них было закуплено зерно и организована лавка, из которой беднейшее население города снабжалось мукой. В этом здании было открыто первое в Кузбассе казначейство, построено в 1904 году на деньги местных купцов. В 1902 году в этом здании, которое находится у меня за спиной, была открыта первая женская гимназия Кузнецкого края. В дореволюционном Кузбассе было всего лишь 3 города – Мариинск, Кузнецк и Тайга. Но только в Мариинске было открыто первое женское учебное заведение. И построено оно было при финансовом участии мариинских купцов. Мариинские купцы много и часто ездили по делам и в столицу губернии, и в Петербург, и за границу. Поэтому они были хорошо знакомы с новинками для увеселения публики. Именно в Мариинске был открыт первый в Кузбассе кинотеатр. Открыл его мариинский купец Манусович и носил кинотеатр пафосное название «Фурор». Первый этаж этого здания снимал купец Прейсман, который в 1902 году открыл первую типографию в Кузбассе. Благодаря усилиям мариинских купцов город стал передовым по части нововведений. Первая женская гимназия и первая типография, первое пожарное общество и первое библиотечное дело, первое казначейство, первые выборы городского головы и первый нотариус. Поэтому неудивительно, что в 2016 году в Мариинске был установлен памятник купцу. Прототипом послужил купец Трифон Савельев, глава самого авторитетного купеческого рода Мариинска. Памятник установлен в лучших традициях мариинского купечества на деньги местных предпринимателей. Мариинск практически полностью сохранил облик уездного купеческого города конца 19-го – начала 20 века. Приезжайте в Мариинск!